проходила вплоть до Ветлана. Там произошло до самых страшных сражений. В нем погибло 200 мечетей. Правительство было? Нет, не мечеть. Вот здание такое интересное. Круглое. Типа крепости что-то? Типа крепость. На что похоже? На маяк. Маяк. Не маяк. Сдаетесь? Сдаётся. На обратном пути тогда все расскажу. Так, девчонки, кто не замужем, быстрее побежали туда быстрее, видишь, пока остановились. Это же вчера его с правой стороны. Как раз пока на светофоре хорошо виднеется этот знак. Пойдем. Петра. А вот про Софью вы все наслышали, знаете. Почему Софью причислили к лигу святых? Смотрите, у Софьи было три дочери. Вера, Надежда и Любовь. Так вот, лишь потому, что Софья не отказалась от христианской веры, у нее на глазах казнили трех ее родных дочерей. И когда Софья увидела своих родных дочерей, уже от горя она скончалась. Давайте все вместе опустимся на колени, просто помолимся о себе. Так они и сделали. И действительно, буря вскоре успокоилась, и море утихло. Но радость сменилась печалью. Один из моряков упал с верхней палубы, упал и разбил. Раз сегодня вот так сложилось, что вы пришли на святой земле, значит, это должно было так быть. Может быть, вы и не знали, что будете на родине Николая. Ведь Америка свечи тоже увидите. Но здесь не 33, если не ошибаюсь, там 5 или 7 свечей. Свечи возьмите обязательно все, независимо от веры и исповедания. Но когда мы будем в церкви вы зажигать их не будете. Смотри, в церкви у меня, может, туда микрофона не будет, громко кричать не смогу. Поэтому сейчас слушайте. Они три стены высекали в скале, а четвертую фасаду застраивали из каменных блоков.
И основная стена всегда смотрела только в сторону моря. Улиц, как таковых, здесь нет, видите? Дома соединялись между собой только ступеньками. Поэтому, чтобы добраться от одного дома к другому, приходилось подниматься по ступенькам. Мы смотрели. Из подвала дверь прошли ступеньки. То есть доказательство того, что потом есть еще один этаж. Вот основная улица, в общем, Ленинский проспект. И в конце каждой так называемой улицы был небольшой причал, чтобы на лодочке можно было добраться, даже подниматься от дома к дому. Дома были, смотри, одна комната, даже трехкомната, одна часть этой перегородка, вторая, третья. Опять улица, небольшой причал. Вот здесь часть стены дверной проем. Если фотографируете, хорошо видно. Дверной проем очень низкий. Считается, что ленинцы были достаточно низкого роста. А ведь также в Древней Руси дверные проемы были очень низкие, чтобы в дом заходиться именно с поклоном. Когда мы будем в храме у Николая, покажу одно место, называется Чистилище. Там тоже очень низкий вход. Опять же, чтобы заходить именно с поклоном. То есть вот это тоже объясню, даже докажу. А вот далее, с левой стороны, мы будем проплывать V-образную арку. Это вход в ранний христианский храм. Датируется конец первого, начало второго века. Вход с запада, алтарь вот здесь на востоке. А ну-ка сфоткайте вот этот момент, смотри. Видите, небольшой как бы осколок. Вот здесь равносторонний крест. Вот здесь я сейчас кусачком свечу. Очень часто, прям даже на скалах, возможно, ведь кресты, корабли при этом как отправляться плавали, и сначала крестили водой, а только потом они отправляются уже в дальше плавание. А ликийцы, они, правда, они из первых начали принимать христианскую веру. То есть был переход от язычества к христианству. На острове Кехова жили только мужчины, а вот женщины и дети жили на противоположной стороне, был острове Семена. То есть остров Кехова, это морская военная база, прежде того, чтобы заниматься пиратством. А еще на острове Кехова не было воды. Вода была здесь привозная. Рождённые колодцы, накопители, собирали туда воду, вода фильтровалась, а потом уже использовали для своих нужд. Вот сейчас такие колодцы, накопители вам тоже покажу. Вот, например, вот здесь комплекс, сфотографируйте. Смотри, ступенечки дома поднимаются, раз, двухэтажное здание, а вот колодец, накопители. То есть почти в каждом доме жители побогаче, они же ближе к воде, понимаете, вот ближе сюда, чтобы был своя вода. Вот здесь были пригласы для следующего этажа. И опять колодец накопитель. Видишь, крыша служила для следующего дома. И опять колодец, и ступенечки опять к дому, и часть стены, дверной проем. И вот опять колодец, видите, опять часть. То есть у каждого дома был свой колодец почти. Акведуки А по данному направлению. Вот здесь фотка треугольник, а сверху крышками закрыта, видите? И это канализационная система. Сверху крышками это не закрывались. Но все нечистоты стекали все равно непосредственно на воду. А вот здесь были лампады для освещения и погрева. А далее будем проплывать одной из самых маленьких бань. Бани всегда создали из нескольких отделений. Отделение колодца горячей и теплой воды. На воду посмотрели небольшую полупу остатки от бассейна. И была еще одна комната узаконена для предоставления вот этих самых услуг. После долгих странствий мужчина приезжает сюда, и чтобы на островах не было бесчинства, это было узаконено и разрешено творить это бани. То есть вот эта комната, где предоставляли эти услуги. Но чтобы не спрашивать, где эта комната находится, или чтобы, ну, у кого-то у этого человека, то вот эта дама не спрашивает, где это, чертили на аллеечке женскую левую стопу, а за пошло выражение сходить налево. После этой фразы сделал себе, говорит, Ленг, слышь, это узаконено было, Ленг, это узаконено было. То есть это все они сделали, это не мы, это они все иностранцы такие устроили. Теперь дальше. Сейчас покажу вам зайчика. Интересный момент. Ступенечки от дома к дому, как они проходят. И нужно помнить о чем, что не было ни техники, ни оборудования. Все делали вручную. И еще, где хранили продукты питания? В одежде нельзя было хранить. Потом прямо в пещере делали углубление. Чем глубже, тем там было прохладно. Сейчас покажу, как ликийские холодили в тех времен. Так, сейчас там. Перед девицей тоже пробка. Даже на море пробка. Вот здесь текла вода, следы от воды.
Вот здесь везде корабли, только тогда они отправились в армию. Кто бы что сейчас ни говорил, но реки Тивиды – истинные, истинные христиане. Родители Николая были ликийцы. Ликийцев, как таковы, сейчас, конечно, уже не осталось. Быстро к столикам за стеклянными окошками подвигает земля. Ну, рассмотреть, правда, очень, ну, ничего невозможно там. Тут так-то сейчас землетрясение случится. Через несколько лет ничего не видно. Так, мне ваше внимание, знаете, куда нужно? За борт. Смотреть, за бортом. Вон он. Лима. Высота волнореза была почти 9 метров. А сейчас смотрим все на противоположную сторону. Посмотрим. С противоположной стороны виднеются крыши. Был написан этот план.
еще. Ведь не все туристы идут плавать, но также многие остаются здесь. Но представьте, такую помощь, когда прыгали и брызги на тех людей, которые здесь сидят. А вы в одежде сидите, вам довольно мокро и комфортно. Страх, с которого вы с него также прыгать нельзя. Вы когда прыгаете, вы отталкиваетесь, веревки просто могут порваться. Но потом не кричали о берегу. За яхтой с двух сторон, вот флаг смотрите, за яхтой с двух сторон есть ступенечки. Ступенечки воду вот так опускать, вы по ним спускаете, точно так же поднимаетесь. Душ с пресной водой здесь есть. За яхтой с двух сторон есть гибкий шланг с водичкой. Споласкиваешься и сюда уже потом забегаешь. И когда священнослужители увидели Наталью, ведь у священника борода была достаточно длинная, только у Николая борода была. Николай был святым пришедшим? Нет, он был святым только после света. Пришли за ним, как священник, так же, но да, Божий не могут. Как было при Николае? Монахи, которые здесь жили, и здесь там же заметили и хранили. Здесь получили место уступать. Когда Николая похоронили, через 3 года скрыли саркофаг. А вот теперь смотрите, вот это первое захоронение святого Николая. Его здесь похоронили, и через 3 года вскрыли саркофаг, и увидели, что мощи мироточит, тогда его признали святым, и тогда мощи отсюда перенесли во второй саркофаг. Из того второго саркофага итальянцы уже попытались похоронить. А вот здесь на лесу жизнь и чудеса святого Николая. А вот трон заключен, но только приходите и смогли, потому что Николай Константин явился во сне. Смотрите, я что вам потом советую? Потом, когда я уйду отсюда, вы, конечно, подошли к тому, что я попал, да. Но, извините, мои не отставали.
все мы проходим, все. Очередного землетрясения был полностью разрушен, но сохранились каменные блоки и каменные колонны. И вот эти каменные блоки и колонны используют при строительстве этого храма. Церковь на этом не заканчивается. Она туда дальше продолжается. Просто хотел спросить, почему храм такой маленький? Он не маленький, без пушек. А он не маленький, он узкий, но очень длинный. Видно, здесь были монахи, значит, должны быть кельи, где они жили. И кельи здесь были. Они были в дальней части церкви. К сожалению, основная часть их сбор находится под землей. Реставрационные работы проходят только в зимнее время и не так, хорошо, на просто бы этого хотелось. Давайте, мой хороший, подходите ко мне, реально, буду лучше. Подходи. Сюда. Поближе. Сейчас, смотрите, мы подошли ко второму саркофагу. Второй, понятно, поэтому не уходите. Ко второму саркофагу святого Николая. Когда итальянцы прибыли, они прибыли как паломники. И находясь здесь уже на месте, они открывают свои лица и говорят о своих навеках. Thank you.
малиновые деревья. Поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла.